Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и мы продолжаем обзор игры Борис Костин. Сегодня 7-й день в игре, подряд. Дали 2 двойных самолетика. У меня их уже целая куча. Да, здорово, замечательный приз, согласен. Так, нам сегодня нужно начать новый день. Осталось для этого заработать всего одну звездочку. Заработала немного монеток за просмотр рекламы. И можно приступать к основной цели. 282 уровень. Поехали! Ух ты! Да, думаю, я здесь надолго застряну. Первый самолетик. Хорошо, мелочи, приятно. Так, что-то ходить-то особо вообще некуда. Самолетик я внимания не беру. Это называется НЗ. То есть неприкосновенный запас, скажем так. Приходится его использовать. Вот еще один самолетик. Придется его использовать тоже. О, здорово. Ай-яй-яй, думал ракету сделать, там была возможность. Но фишки вниз посыпались, ракету я не сделал. Эх, эх, эх. Ха. Вот, хорошо. Пока все вроде бы хорошо. Масло вот наступает, а в остальном все нормально, да? Фух, даже не знаю, куда ходить теперь. О, самолетик и бомба, ух ты! Жалко, что мне их совместить не получится. Надеюсь, бомба туда вниз поедет и сделает там что-то хорошее. Да. Пока-то и варианта особо я не вижу. Самолетик вот так вот использовать. Еще один самолет. О, вот. Отлично, ракетка. Только как мне ее куда-то завести теперь? А, так вот же можно, в принципе, ее так использовать, да? Хорошо. Ходов все меньше и меньше. Может, 2 самолетика помогут? Нет, не особо они мне помогли, если честно. Теперь 2 бомбы. Зачем мне там 2 бомбы? Не могу их никак опустить. Блин, какая-то вообще засада. Засадная засада. Ха! Нигде нельзя никакие ходы сделать. И бомбу взрывать просто так не хотелось. В общем, все. Можно сказать, что я проиграл. О, мультишар. Блин, ну это вообще обидно. Как будто дразнится. Ух ты, слушайте. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Покажите класс. Вот это здорово. Слушайте, масло сразу все выбил. Вообще класс. Так, что еще можно здесь сделать? Вот так вот. И мультишар сразу, да? Ох ты. Но боюсь, что этот я уже ничем не совмещу, у меня всего 3 хода. А жаль, слушайте. Просто жаль. Так. Да. Даже мультишар мне не поможет. Ох ты! Ох ты! Вы это видели? 3 вишенки выбилось. И осталась всего 1. Ха! Даже с запасом еще мультишар сделался. Под конец просто посыпало мне бустерами.
А я уже руки опустил, думал, все, ничего не получится. Но, как часто бывает, в самый неожиданный момент придет помощь в виде мультишара. И на шару, скажем так, получится победа, да? Здорово. Так, ну что, Остин, давай. Ложимся спать. И с новыми силами завтра приступаем за работу. Работы у нас много. Огородничество, садоводство – тяжелое дело. Да, давай, 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 быстрей. А то нас ждут. Уже Кэтрин появилась сразу, да? Вот класс. Она, наверное, вообще не ложилась. Остин, доброе утро. Ты уже слышал о фестивале цветов? Сейчас все в городе только о нем и говорят. Привет, Кэтрин. Конечно, слышал. А цветочные композиции моей бабушки блистали там каждый год. Эх, как бы я хотела выступать там со своей композицией. А в чем проблема? Ты же замечательный флорист. Проблема в том, что для выдающейся композиции нужна целая оранжерея редких цветов. Разве это проблема? Кэтрин, у нас же есть оранжерея. Вот отремонтируем ее и выращивай в ней что хочешь. Правда, вход завалил упавшим деревом, но это не проблема. Распилим его на дрова, и пусть и путь открыт. Я думал, мы оранжерею будем позже восстанавливать, как в следующей главе. Оказывается, нет. Можно сейчас, да? Две звезды. Отлично. Приступим. Ух ты, у нас опять этот, эти коробки, которые скотчем перевязаны. И сверху конверты какие-то наклеены. То есть их очень тяжело выбивать. А если я их не выбью, то, соответственно, будет проблематично делать бустеры. А без бустеров такие уровни не проходятся. О, вот. Хорошая помощь мне подъехала в виде бомбы. Хотя вот видите, она в таком месте как раз появилась, что проблематично ее куда-то было взорвать нормально. Ну, использовал как использовал, все-таки лучше, чем вообще бы ее не было, да? Так, ладно. Эх. Мне бы как-то мультишар сделать. Как бы мне это сделать? Нет, пока не получается. Эх, все. Уже не сделаю. Все поменялось. Так, ладно. Ну, как неплохо. Отлично, еще можно вот совместить, да? Ай, ай, ну не так я хотел. Опять мультишар можно было сделать, но не получилось. Но зато вот есть ракета, и смотрите, сейчас... ух ты, сколько тут всего. Давайте вот так вот сделаем. Здорово. Осталось выбить всего три масла. Два уже. Ох, класс. То есть бустеры меня порадовали, если честно, да? Так, ракета. Ну зачем такая? О, еще одно масло выбилось. Так. Нет. Масло не цепляет. И начнется сейчас масло там размножаться. У меня 8 ходов. Должен же за эти 8 ходов как-то с ним побороться, как вы думаете? Вот так вот. И вот так. Все, есть. 5 ходов еще осталось. Сложный был уровень, я на нем потратил там ходов. Жизни кучу. Но в конце концов справился, да еще и с таким хорошим запасом. Бустеры решили. Это одна звезда, и попытаемся заработать сразу вторую. Ух ты, опять куча желеек, куча масла. С чего начинать? Наверное, с самолетика, да, она правильно показывает.
тяжелейки не разобью, то дело не будет особо. Нужно поскорее выбивать там вот по центру, чтобы можно было делать вещи, как говорится. О, вот первая ракетка. И вторая сразу ракетка, да? Отлично. А можно, в принципе, сделать сейчас... Не знаю, нужно ли или нет. Такая вот двойная ракетка. Ну, пускай будет, да? Желейки там поубирают чуть-чуть. Лучше, чем вообще ничего. Еще ракета. Так, бомбу было бы неплохо где-то сделать, но не получается. Поэтому лишь ракета. 20 ходов у меня пока что есть. Это маловато, конечно. Снова ракета. Сколько можно уже с этими ракетами? Дали бы что-нибудь другое. Так. 11 ходов. Нужен мультишар, без него я никак не пройду. О, вот. Видите, как хорошо, как говорится, мечтать не вредно, вредно не мечтать, да? Так и здесь вот. То есть, никто мне мечтать не запрещал. Так вот раз, и смотрите-ка, да? Ха-ха! Вот оно, надеюсь, мне поможет. Смотрите. Раз, а и все. Один пончик только выбился. А у меня 4 хода. Засада, я думал, хватит мне. Так, ладно. Как же здесь быть? Самолетик мне здесь поможет. Маску одну выбил. Хорошо, смотрите, вот еще один самолетик, да? Второе масло выбил. А, так, два хода у меня. Сейчас я ракетой выбиваю последнее масло, вот. И, по идее, этим самолетиком сейчас выбиваю последний пончик. Ух ты, вот это здорово. Все вообще просто под расчет, да? Класс, просто класс. О, пока я начинал, точнее, пока я проходил этот уровень, появились у нас клубки, да? И появилось другое задание, которое вот соревнование с самолетиками. Вот оно. То есть первый этап я прошел, где нужно было взять два самолетика, получил мультишар. И, в общем, теперь, как вы помните, нужно соревноваться вот и зарабатывать кучу клубков. Странно. Пока вот видите, пока я не зарабатываю самолетики, и на первых местах там немного их. Как только я начинаю зарабатывать самолетики, то, соответственно, и на первых местах там куча народу начинает гнать кучу самолетов. Так, ну, в принципе, все. Давайте распилим упавшее дерево для начала. Неужели всего одна звезда, чьи этот... Одно задание будет. Или там сначала сейчас его перепилить, потом его перерубать, потом его там выкопать. Или еще что-то. Звездочек. Ну. Нет, смотрите, все здорово. Наконец-то можно заглянуть внутрь. Только дверь там была аж перекошенная, да? Ух ты. Теперь здесь еще заросли убирать. Оранжерея выглядит немного не так, как я себе представлял. Ого, какая она огромная и старая, даже древняя, я бы сказала. А какой ты ее себе представлял? Ну, чистая, светлая, чтобы везде были цветы. А сколько я просил Уильяма навести здесь порядок, а он говорит, что займется этим сразу, как выучить латынь и систематизирует все растения. Отличная отговорка, чтобы не вылазить из кресла. Папе спешить некуда, а нам с Кэтрин еще нужно успеть вырастить цветы к фестивалю. Работы выше крыши. Для начала расчистим эти заросли. То, о чем я говорил, нам куча зарослей нужно будет расчищать. Сколько это займет? Ох, два по одной, да? Отлично. На улице было там, по-моему, 2 по 3 или 2 по 2. В общем, проходить и проходить.
Так, опять пончики. Ух ты, там внизу мультишары. Прикольно. Так, давайте-ка я сначала использую один на красное, да, чтобы цепи поразбивать. Прикольно, а вот теперь можно еще на красное. Нет, ну лучше бы, конечно, на синее. Как же мне до синего добраться, я не знаю. Ракета мне здесь не поможет. Наверное. Хотя... О, самолетик. Так, синее. Слушайте, я с таким этим... И еще и совмещу ее с чем-то. Нет, ладно, я все-таки вот так вот сделаю сначала. Чтобы не рисковать, да? А теперь вот так. Вот, все-таки совмещу. Отлично. Это просто супер. Я на такое даже не надеялся. Самолетики, ракеты, ух ты, и бомбы. Так. Так, пончики вот там сверху. Наверное, вот так сначала. Еще куча бомб. Ага. Это не все, нам ведь нужно их не сюда, в пончики, а по центру. Вот это да. Поэтому впору сделать вот так, да? Почему пончики не упали? Фу, как странно, подождите. Чего-то я не понимаю все-таки. А, вот они сначала сюда должны выйти. Ничего себе, как все сложно. Ай-яй-яй, не так немного. Ух ты, я так обрадовался мультишару вначале, что чего-то я тут не рассчитал. Ага, вот опять мультишар. Так, у нас желтые фишки. На желтый нужно направить его. Один пончик выведен. И сейчас, я думаю, выведу второй, да? Долго было это все вообще, просто жесть. Я так обрадовался, оказывается, рано радовался. Здесь уже такой помощи у нас нету в виде мультишаров. Хотя тоже, видите, хватает бонусов. Правда, не бесплатных, их все нужно заслужить. А вот это вообще здорово. Это просто великолепно. Да? Смотрите-ка, самолетик. Давайте сразу его отправим куда-то с ракеткой. Ух. Отлично. Так. Ну да, самолетики мне нужны. Почему бы их не использовать? Так, такая ракета есть. Мне бы мультишар бы здесь опять сделать, наверное, не получится. Это я так мечтаю просто. Лучше, да, сделаю самолетик. И вот так вот их отправлю куда-то. Цепи разбить, хорошо. 10 ходов. Вот. Еще ракета. Вот, кстати, один пончик я вывел, да? И мультишар. С чем бы мне его совместить? Почему бы не с ракетой? Скажет. Остается всего 4 хода. Когда сейчас, да? Раз. Все. Уровень пройден. Скажу, что уровень был даже непростой. Как видите. Там мультишар, тут мультишар с ракетой. Получилось. У меня жизни все. Мне сейчас еще бесплатные дадут. Точнее, бесконечные. И бонус, да? У меня этих бустеров уже по 30 штук, по-моему, всех. Я их почему-то не использую. Зачем, если так все получается? Сынок, на что ты так внимательно смотришь? Папа уже давно заколотил лаз, через который ты сбегал к друзьям. Ха-ха-ха. Да уж, теперь весь забор сплошной лаз. А, даже не знаю, что проще, починить этот или поставить новый. Этот забор нам очень дорог. Твой папа столько раз его ремонтировал, что он стал уже как родной. Ну, если как родной, то я просто обязан перенять эстафету у папы и позаботиться о нашем заборе.
Да, видите, теперь тут две звезды, да? А, наверное, сегодня мы починим один раз забор и один раз уберем заросли. Как-то так. А, давайте сразу расчистим оранжерею. В общем, я сейчас подумаю. Посмотрим, может, и будем чистить ее. А уже забор потом в следующем обзоре. О, смотрите, как красиво стало. Еще сундук какой-то. Вот это находка, пап, взгляни, похоже, это бабушкина шкатулка. Точно, кажется, твоя бабушка хранила в ней какие-то редкие семена. Этого, как его, медлемиста. Медлемист? Невероятно, это же самый редкий цветок в мире. Давайте откроем скорей. А вот с этим могут возникнуть сложности. Ключа-то нет, а к счастью, мы всегда храним запасные. Пойду поищу связку. Ох-ох, где же она? Не волнуйся, Кэтрин. Если от шкатулки есть ключ, то он точно в этой связке. Главное, чтобы папа нашел саму связку. Ну а я пока что продолжу войну с захватившими нашу оранжерею сорняками. Так, а будет задание найти связку? Походу, пока нет. Ладно, пройдем еще, сколько там, 2 уровня, да? О, такого, по-моему, еще не было. Открыть 22 коробки. Прикольно. Ага, они непростые, видите, они вот такие круто запакованные, скажем так. Ладно. Эту неприятность мы переживем. Надеюсь. Хоть бы какой-то бустер там плохенький взять, ничего не получается. О, вот, наконец-то. Поплакался и дали мне сразу хороший бустер, да? Вот так вот, аж кучу коробок пооткрывать. А еще же газон расстилать. Ух ты, а до газона мне еще добраться нужно. Ага, вот оно что. Ох ты, ох ты, ох ты. Так, ладно. Наверное, я начну вот так вот. И, наверное, вот так, да? Ох ты, смотрите, вот оно. Ай, только не могу ни с чем его совместить. Как жаль, слушайте. А никак не получится. Просто никак. Придется на зеленой фишке его раскидать. Чтоб не пропадало добро, называется, да? Ох, еще один мультишар. Вот это они дают, а? Ай-яй-яй. Ладно, пока вот так вот. Так, может, все-таки получится мне что-нибудь там придумать. Смотрите-ка. Вот так вот. Теперь вот так вот, да? Все-таки я придумал, видите? Чтобы мультишар с чем-то совместить. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 5 коробок, 5 ковра. И у меня 5 ходов. Ух ты, ладно. Так, всего по 4 теперь. Ага. Вот это, конечно, засада. Даже не знаю, как с ней справиться. Так, 3 ковра, 1 коробка. Боюсь, что может возникнуть проблемы. Так, вот. Ай, зачем же? Ух ты! Ух ты! Вот оно, смотрите. Вот оно, вот оно. Еще и самолетиков кучу сделал. И получается, вот последний ход. Самолетик расстилает ковер. И все получается. Класс! Повезло так повезло. Надеялся. Не, надеялся, ну так, чисто. По привычке. А, я хотел все-таки починить забор. Наверное, все-таки я сейчас... О,
Смотрите, куда я поехал. На второе место сразу. Ха-ха, прикольно. А, все-таки доразгребаю эти, дорасчищаю оранжерею. Вдруг еще что-нибудь интересное найдем. Заинтриговали. Довольно-таки симпатично стало, смотрите. Сэр, докладывает рядовой Остин. Сорняки повержены, сэр. Враг разгромлен, теперь оранжерея наша. Отлично, а я как раз нашел запасные ключи. Представляешь, они все это время лежали у меня в кармане. Вот это да. Ого, сколько ключей. А какой из них от шкатулки? Не знаю, Кэтрин, похоже, придется пробовать все по очереди. Боюсь, это надолго. Ну и ладно, время у нас еще есть. Все равно нам оранжерею ремонтировать. А насчет оранжереи лучше позвони моему приятелю Стэну из компании Мистер Мастер. Он лучший специалист в строительном деле. А, ладно, получается нам что нужно? О, отпилить шкатулку, позвонить Мистеру Мастеру. Как раз еще один уровень сегодня по плану пройти. Как раз откроем шкатулку и узнаем, что там. Ого. Вот для этого уровня мне как раз и понадобится вот тут час бесконечных жизней, да, потому что по-другому, я думаю. В общем, очень много придется попыток здесь потратить, скорее всего. Ну и что предлагаете? Я пока ничего тут не вижу. Нет хода, но кто бы сомневался. О, вот это класс, смотрите-ка. И бомбочка здесь, вот это вообще супер. Не зря перетасовали все, и котиков сразу кучу выбил. И что у нас здесь? Эх, мультишар бы сделать. Как вы думаете, получится или не получится? А я думаю, получится, ха-ха-ха. Здорово. Так, теперь нужно его с чем-то совместить. А с чем, как не с... этим... самолетиком, да? Класс, как раз нужно было куча бустеров. Этот мультишар с самолетиком мне в этом помог. Ну что, еще здесь куча самолетов образовалась. Отлично. Ну куда ж ты полетел? Вот тут самолетик аж три котика, точнее два выбил и один покоцал. Вот два самолетика полетели. Ух ты, какое чудо у нас получается просто. Вот так вот. Вот так котика еще одного. Ну что, в принципе, я думаю, проблем здесь быть не должно. Осталось 9 ходов. Восемь ходов. И все. Даже 7 ходов в запасе осталось. Нежданно-негаданно этот уровень был пройден очень легко. Хотя я, честно говоря, настроился там потратить там 10-20 попыток на него. Так как выглядело действительно страшно. Говорят, не все то золото, что блестит, так это не все то сложно, что так кажется, да? Не складно, хотя зато реально. Интересно, сколько я самолетиков здесь заработал? Сейчас покажут. Там было очень много, реально. Всего 4. А такое ощущение, что там было, не знаю, там 154. Ну, как видите, даже за кусочек обзора, за 4 уровня я вот вышел на первое место. Жалко, что я просто потом его не сохраняю, но ничего. Зато дают там какой-то утешительный приз. Так, давайте отопрем шкатулку. Кажется, вот он ключик, да? Бинго! Семена, ох, как их много, но какие из них медлемист? Думаю, те, которые лежат отдельно от всех, в этом мешочке. Только как нам в этом убедиться? А я знаю, как выглядят семена медлемиста. Так что пока не посадим... А, я не знаю. Так что пока не посадим, не узнаем.
Но мы же сначала не будем садить, мы будем ремонтировать или будем садить? В общем, наверное, будем, да? Но этим мы уже займемся в следующих наших обзорах. А если вам было интересно, вы хотите узнать, что же будет дальше, то продолжайте следить за нашими новинками, и очень скоро во всем разберемся. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч. Оставайтесь с нами. Пока-пока.